Электронные помощники являются незаменимым атрибутом современного автомобиля. Сегодня мы расскажем вам про ассистента вождения Professional, который является вашим другом и вашим помощником на каждый день. Давайте разберемся, какой функционал включает данный ассистент. Активный круиз-контроль, который позволяет задать скорость и контролировать дистанцию до впереди идущего автомобиля. А функция Stop & Go дает возможность пользоваться круиз-контролем в пробке, то есть автомобиль сам может остановиться и продолжить движение. Ассистент рулевого управления и контроля полосы движения. Помогает водителю оставаться в центре полосы движения с помощью корректирующих действий рулевого управления в диапазоне скоростей от 0 до 210 км в час. Ассистент экстренной остановки. Если трафик впереди резко ударил по тормозам или же на дороге возникла внештатная ситуация, человек, велосипедист и так далее, он способен контролировать автомобиль в течение короткого времени и совершить экстренную остановку. Предупреждение о пересекающемся движении. Предупреждает о пересекающемся движении при въезде или выезде на парковочное место, а также при повороте на пересекающееся движение, когда дорожная ситуация трудноразличима. Работает на скоростях до 7 км в час. Стоит отметить, что ассистент вождения не выполняет роль автопилота. Это всего лишь опция, а ответственность за реакцию на реальную дорожную ситуацию остается за водителем. Именно поэтому в щиток прибора встроена камера, которая следит за вашими глазами. А на руле встроены сигнальные лампы, которые говорят вам положить руки на руль. И если вы этого не сделаете, автомобиль начнет замедляться вплоть до полной остановки. Для активации этих систем вам необходимо нажать кнопку на руле. А если вы хотите индивидуализировать настройки ассистентов вождения, то вам нужно нажать на кнопку на центральной консоли. Ставьте лайк, если вам понравился ассистент вождения, подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и напишите в комментариях, о каких еще опциях BMW вы бы хотели узнать.